Итак, после перезагрузки нам нужно принять лицензию. Захватываем мышку и принимаю лицензию. Готово. Можно теперь завершить работу. После приема лицензии опять у нас идет перезагрузка машины. Нажмем Host клавишу. Освободили мышку. Опять зашли. Теперь набираем свой пароль. Enter. И вошли мы в режим рабочего стола. Для оптимизации работы опять хост клавишу. Для оптимизации работы в операционной системе для VirtualBox, для популярных операционных систем идут драйверы. Установим нужные драйвера. Сейчас мы вот так вот. Установим нужные драйвера. Подключим образ. Значит, это у нас пройдем просто информацию приветственная, хост клавиша, подключим образ дополнения гостевой системы, запустить. Это подключился диск с драйверами. Надо ввести пароль для суперюзера. Ввели. И началась установка драйверов. Началась установка драйверов для... Установка драйверов началась для взаимодействия с системой. Собственно, мы устанавливали Developer Tools, в том числе и для вот этого шага, потому что на этом шаге у нас компиляция драйвера под конкретную версию ядра, установленную в операционной системе. И устанавливаются модули ядра. Итак, ждем, когда установится ядро. И модули ядра. Так. Это может занять определенное время. Сейчас мы дождемся, когда установится. И, собственно, эти драйвера позволят взаимодействовать с внешней операционной системой. Но самое простое это теперь мышка будет захватываться автоматически, как только она попадет в область операционной системы установленной. И когда вы выведете за область окна операционной системы, мышка опять перейдет в хостовую операционную систему. Кроме того, у нас появится возможность растягивать изображение операционной системе, автоматом изменяя ее разрешение на все окно, подстраивать под окно или растягивать под окно. Ну, вот так вот. После установки драйверов, то есть модулей ядра, нас попросят перегрузить компьютер. Для этого вначале нужно нажать Return или Enter, для того, чтобы закрылась консоль, а потом мы перегружаем компьютер.
перезапустить. Вот пошла у нас перезагрузка. Так, выключился компьютер, перезагружается. Загружается. Это занимает некоторое время. Пошла картинка на перезагрузку. На консолях в это время выдается информация, что делается. Вот кусочек консоли мы увидели. И сейчас загружается гном. Вот у нас сработали драйвера. У нас сразу растянулось окно на все.